Сегодня мы расскажем вам о цифровом перформансе и тех виртуальных пространствах, парадоксальных, расширяющихся, которые художники создают для того, чтобы в них происходило, разворачивалось некое действие. В принципе, и перформативное искусство, да, это и танец, и театр, и огромное количество еще действий, акций, хэппенингов, которые происходят во времени, и новые медиа связаны одним очень таким глубинным свойством общим для них. Это все-таки time-based, это происхождение, разворачивание во времени и зрелищность. Чтобы представить себе, насколько машина, технология, технологический процесс завораживал и художников, и зрителей, мы можем с вами мысленно перенестись и представить, что мы посещаем самое громкое ожидаемое событие в Нью-Йорке 1960 года. Вы входите в парк скульптур перед Музеем современного искусства МОМА и видите перед собой гигантскую странную машину. Ее назначение не ясно. Она состоит из ванн, из сломанных велосипедных рам, из какого-то, в общем-то, хлама найденного. И вы видите, как она начинает оживать, она закипает изнутри, усиливается интенсивность отношений между составляющими ее элементами. И постепенно это приводит к ее саморазрушению. То, что видели зрители в тот вечер в Нью-Йорке, это был перформанс Жана Тангли, художника швейцарского происхождения, что позволило Марселю Дюшану тогда пошутить, что это был suicide metallic, то есть металлическое самоубийство с таким оттенком швейцарского духа. О чем эта работа? Конечно, безусловно, это комментарий художника к технологической среде, в которой мир существовал уже к 60-м годам. Это некий этап разочарования в утопиях, которые технология предложила. Все-таки прошло 250 лет с начала, с технологической промышленной революции. И Жан Тангли как бы ставят такую точку, это эмоциональное прощание с этим первым периодом очарования технологий, который, безусловно, заложили авангардисты, футуристы. Мы можем вспомнить Ласло Махойнаде, который в 1920 году предлагал проекты световых видений в воздухе. Он говорил, нам пора создавать светоскульптуры, которые будут проецироваться на облака, на газ, на туман, и на гигантские экраны. И что очень важно, эти авангардные проекты предлагали зрителю становиться частью, активным участником этих перформансов. Они должны были переходить между вращающимися платформами, управлять, прерывать это зрелище, когда им хочется переключить внимание. То есть, по сути, это такой мультисенсорный такой медиа-перформанс 20-х годов. В то же время происходили, развивались эксперименты Баухауса. Оскар Шлемер в 22-м году создает триадический балет. Это такое управляемое эмоциональное путешествие зрителей через свет, звук, да, от лимонно-желтого, бурлескного к мистическому, черному. Он проводит зрителей через перформативное действие. При этом его персонажи — это фигурки. Костюмы созданы таким образом, чтобы делать из людей марионеток. Это цилиндры вместо шеи, шары вместо головы. Почему это важно для нас? Потому что Шлемер подразумевал, что любая среда искусства, она по своей природе искусственна. И поэтому и тело человека, и общая как бы реакция художественного процесса развивалась вместе с технологиями. Естественно, об этом невозможно говорить, не вспомнив эксперименты Стелларка, художника, который вживлял себе в руку имплант уха для того, чтобы ловить Wi-Fi. Он создавал экзоскелеты, да, как, например, в своей работе 2003 года, когда эти огромные машины, шестипалые, управляемые им, расширяли, фактически по Маклюину расширяли возможности его тела. Но что очень важно, кроме его собственной воли, он подключал к своей вот этой нервной системе весь интернет. Его перформанс «Fractal Flesh» — «Фрактальная плоть» 1995 года, довольно ранее, на заре вообще, в принципе,
интернета. А в этом перформансе его экзоскелетом на сцене управляли люди, которые находились в Хельсинки, в Париже, в Жорже Помпиду, в Амстердаме на технологической конференции. И это очень важное расширение, которое скорее дает нам не финальный вид, некую человека-машину-скульптуру, а целый набор возможностей. Это та самая виртуальность, о которой мы на самом деле сегодня говорим. Виртуалис от латинского – это на самом деле потенция, потенциал. Это нечто, что управляется и находится во власти силы. И это понятие гораздо шире, чем там виртуальная реальность, о которой мы в первую очередь можем подумать. Это весь набор, весь спектр возможностей человека. Виртуальность, конечно, это прежде всего виртуальное пространство, интернет, где мы пребываем не физически, а ментально и коммуникационно. Здесь мы говорим об очаровании технологией, о зрелищности, этой эффектности присутствия любого технологического расширения. Но что важно, это не началось, естественно, это не изобретение 20 века. Мы можем развернуть археологию этих медиаэффектов до бесконечности. Но я бы предложила вспомнить английский готический театр конца 18 века, когда в ответ на политические потрясения, да, падение Бастилии и позже свержение Наполеона 1815 года оказало влияние на общество. И реакцией было желание уйти в иллюзию, поддаться этому искушению. И в театре появились и в полной мере развернулись спецэффекты, как мы знаем их сегодня. На сцену выплывала огромная светящаяся луна, зал заполнялся туманом. Герои, драматические, готические герои, подверженные действиям сверхъестественных сил, истекали кровью. В общем, это было настоящее шоу. Эта иллюзия, это очарование, оно, естественно, продолжается, поддерживается художественным процессом. И в начале 20 века, безусловно, мы можем вспомнить, я очень люблю этот пример, танцовщица Луи Фуллер, это современница Исидоры Дункан, которая удлиняла и расширяла свое тело, да, вспоминаем Стелларка, такими бамбуковыми жердями, которые она скрывала в своих газовых одеждах, которые разворачивались, пока она танцевала, и они подсвечивались сложным световым таким шоу, которое управляла команда, ну, до 30 техников вокруг нее. В тот момент Нью-Йорк замирал, затаив дыхание. Вот эта иллюзия, эта среда, в которой она находилась, магическая, делала из нее что угодно. Ее называли феей, призраком. Она немножко преодолевала, выходила за границы своего простого человеческого воплощения. И здесь, возможно, парафразом и продолжением этого приема мы можем назвать и вспомнить работу Джон Джонас 1972 года. Это визуальная телепатия органического меда. Я заодно это название с удовольствием включила бы ее в этот рассказ. Это видео, в котором она фиксирует свой перформанс. Она сменяет маски, она использует отражение и зеркала. А вообще, в принципе, зеркало — это одна, наверное, из самых излюбленных метафор для рассказа о медиа, да, некое отражение. Она расширяет, раскрывает это пространство и заманивает нас в ловушку. Это уже не просто физическое пространство, это метафизическое пространство. И в нем она имеет власть для того, чтобы конструировать себя заново, и в том числе конструировать свою женственность. И тот же самый эффект излома вот этой магии использует Райан Трикартин, это уже 21 век, например, его работа Research 2010 года, в которой он снимает такой основанный, в общем, на импровизации перформанс с текстом, который разворачивается как, ну, в общем, какой-то бесконечный чат живого общения, живого времени. Это такой очень обрывистый
компрессия и визуальности, и смыслов. Его персонажи из-за вот этих множественных наслоений и звука, и визуальности, они как будто бы, у них как будто изымается тот момент, когда они должны были бы набрать в легкий воздух, чтобы сказать что-то дальше. Да? Это такая вот концентрированная цифровая визуальность, да? Ее происхождение и происхождение этих героев сугубо цифровое. И что мы видим во всех этих работах? Это некое создание такой как бы виртуальной среды вокруг персонажей. Это попытка зафиксировать какую-то как бы медиа-реальность, которая на самом деле гораздо шире, она разворачивается бесконечно. И если попытаться ее схватить, остановить в одном месте, у нас всегда будет такой зазор, чего-то будет нам не хватать. И об этом в том числе работа Дэна Грэма, это Body Press 1972 года, произведение, в котором он дал камеры двум перформерам обнаженным, которые находились внутри металлизированного такого цилиндра. И они, эти две камеры, попеременно передавали друг другу, создавая вот такой бесконечный видеопоток фиксации и своих тел, и одновременно вот этих, захватывая вот эти блуждающие расплывчатые образы и отражения вокруг себя. Что важно, в этом перформансе зрители не видели этих тел, они могли только довериться художнику. Они находились в соседней небольшой комнате, в которой были зажаты между двумя экранами, между двумя проекциями, на которых они наблюдали этот перформанс, эту живую, в прямом эфире, в живом времени съемку себя, перформеров. И что могли ли они быть уверены, что там вообще кто-то есть? Могли ли они соотнести себя с тем визуальным опытом, который получали? Могли ли они точно определить себя в пространстве этого перформанса, да, свое местоположение? И как раз этот зазор, это некое отставание, которое подарил видеоарт и, в общем, шире медиаискусство зрителю, это возможность как бы захватить мир в момент его становления. Это то, о чем говорил Маршал Маклюин, как то, что мы всегда видим мир как будто бы в зеркало заднего вида. Да? Есть этот небольшой разрыв. Вот это высвобождающееся пространство, которое фиксируют художники, да, некое пространство виртуальности, потенциального недосказанности, еще не сформулированного, да, какого-то сценария будущего, в нем всегда есть элемент иррационального или даже обманчивого. Да. Мы очень хорошо это понимаем с вами, находясь уже в культуре дипфейка, да, после дипфейка. И примерно об этом в том числе было эссе, текст Жана Бодрияра, который он написал в 1991 году. «Войны в заливе не было». О чем он? О том, что человек, отделенный от настоящей политической катастрофы, он видит только симулякр. Это как бы разъединенное восприятие делает нас, ну, немножечко отрешенными от реального физического происходящего, и этот симулякр может подменять собой целые жизни, жизни огромного количества людей. И реакцией на этот текст стало произведение такого очень важного творческого объединения Blast Theory, то есть теория взрыва. Это работа Desert Rain, то есть дождь в пустыне, что само по себе уже что-то такое парадоксальное. Это был интерактивный мультимедийный перформанс, инсталляция, в котором 6 зрителей проходили такие виртуальные испытания, целились, попадали в свои цели, какие-то выполняли военные задания, операции. И после этого они проходили сквозь такую водяную стену, которая отделяла вот этот виртуальный мир от некой реальности, проходили через песчаный коридор и оказывались в пространстве, в котором сталкивались один на один с историями персонажей, тех самых целей, в которые они только что попадали. После того, как зрители покидали эту инсталляцию, они обнаруживали у себя в кармане небольшой мешочек с землей.
там было 100 тысяч зерен, песчинок, которые, в общем, соотносились с количеством жертв этого военного конфликта. Это произведение открывает для нас целую большую главу медийных, перформативных практик, которые ставили своей целью, в общем, действительные, реальные воздействия на мир. Это журналистика погружения, это художница Нонна Деля Пенья, которая создала произведение «Виртуальный Гуантанамо», в котором зрителям на платформе Second Life в виртуальной реальности предлагалось решить действительные проблемы жестокости в американских тюрьмах. По сути, эти виртуальные пространства становятся местом, где люди могут переписывать историю, переписывать будущее в реальном времени. Конечно, это игровые сценарии, и здесь театральные практики восприняли этот опыт, например, знаменитый перформанс «Best Before» коллектива Rimini Protocol, которые раздали своим зрителям в театральном пространстве пульт управления, через который они могли вступать в коммуникацию с персонажами разыгрываемого шоу, перформанса. Это были несколько очень разных людей: диспетчер, визуальный художник, политик. Каждый раз зрители принимали решения личные, социальные, политические, и таким образом им давалась власть, да, создавать другой, совсем другой, новый мир. Но искусство стремится выходить за ограниченные рамки этого безопасного места, да, театрального подмостка. Именно об этом произведении Амали Ульман «Instagram Excellences and Perfections» 2014 года, когда она в течение 6 месяцев в реальном времени в Instagram создавала своего персонажа и пропускала его через какие-то драматические эмоциональные трансформации. Это была молодая девушка, которая приезжала в большой город, стремясь добиться успеха, зрители, не понимая, не чувствуя границы между реальным и нереальным, реагировали на ее там какие-то нервные срывы, на ее парадоксальные какие-то нелогичные, вызывающие действия. И на самом деле на этот проект обратили внимание New York Times, Dazed and Confused Magazine, печатали ее интервью. В принципе, можно сказать, что персонаж Амали Ульман добился своего некого успеха, признания. В конце она уезжает в свой родной город, да, заканчивая этот перформанс. Насколько реальны персонажи, которые создаются в этих цифровых перформативных практиках? Сесиль Би Эванс, бельгийская художница, обращается к странным цифровым призракам, сущностям. Да, это незаконченные рендеры, голограммы. В 2014 году для сайта галереи Serpentine она создала спам-бота, который фактически вначале должен был помогать в навигации посетителей сайта, отвечать на вопросы. Но затем этот спам-бот Агнес, она начала испытывать эмпатию к приходящим посетителям. Вопрос был в том, насколько люди могут ответить ей взаимностью, насколько далеко может зайти этот эмпатийный контакт. Безусловно, такова природа многих персонажей цифрового повествования. Да, это и герои нет-арт повествований, нарративов, интерактивных Оли Лялиной. Это, конечно, комментарии к произведению Пьера Юига и Филиппа Парено. Когда они приобрели аниме-персонаж, который такой бланковый, создан был для того, чтобы его разные дальше какие-то компании могли наполнять своим собственным содержанием, и передавали его от художника к художнику. Этот персонаж Анли существовал какое-то время, пока общественность не отреагировала, в общем, довольно скандально, потому что это была эксплуатация женского образа, некая экзотизация, да, японской культуры. И решение, которое приняли тогда Пьер Юиг и Филипп Парену, было продажа, передача прав на использование этого персонажа самому персонажу. Этот акт фактически означает смерть персонажа, потому что его перестанут использовать. А с другой стороны, это продолжение его существования через пиратские версии, да, какой-то творческий потенциал самого интернета.
В эпоху интернета художник теряет монополию на творческое высказывание, потому что теперь любой человек может иметь средства производства творческого продукта цифрового, цифровые камеры, компьютеры персональные, софтвер и так далее. Но помимо этого, он также может иметь и средства дистрибуции этого контента, чего раньше никогда у внеинституционального художника не было. И таким образом мы сейчас видим, что весь фокус, вообще вся творческая энергия, все самое интересное начинает происходить как раз не в пространстве институционального музейно-галерейного искусства, а в пространстве интернета. Здесь мы с вами можем мысленно вернуться к эксперименту, к перформансу Жана Тангли, да, с самоуничтожающейся машиной. Практически это тоже такая связка сквозь столетия. Этот же самодостаточный цифровой мир показывает нам Ян Ченг в своем произведении «Emissary». Это 2017 год, который он показал в MoMA PS One. Это, как он называет, игра, виртуальная игра, которая играет сама в себя. Зрители, которые оказывались перед трехметровыми экранами, они могли наблюдать бесконечное становление ландшафтов, персонажей, отношений между ними. Они успевали схватить их, некие ситуации, которые потом буквально через мгновение исчезали навсегда. И это произведение ставит вопрос о том, зачем мы и зачем мы в этих человек остается нужен этим произведением, этим цифровым средам, да, уже достаточно освобожденным. Мой взгляд на это оптимистичный, потому что за каждой этой работой я вижу волю художника, я вижу некий насыщенный образами мир, который все-таки является отражением некой художественной воли. Художники, о которых мы сегодня говорили с вами, они предлагают нам медиа и технологии и практики становления и развития для того, чтобы, например, конструировать себя, да, как Джон Джонас, Стелл Арк или Райан Трикантин. Это произведения, которые направлены на то, чтобы менять, давать нам перспективу, возможности для изменения мира вокруг. Да, это Blast Theory, это вся журналистика погружения Нуни де ля Пенья. I'm very much into the research that is connected with racism and discrimination in many different facets. And digital racism, or the racism of the algorithm, that means something that it's absolutely not so prosperous, but it's implicating a digital divide. And this digital divide is quite strong. I think it's something that we should take into account while talking about new media. I like, for example, I put on paper this what Suvedrini Pereira stated recent, when she is saying that practically we have always to think about old horrors and new media, how they come together. And one of the outcome of this is, she said, the best way to understand what is the consequence of new media is actually to talk about wars, proxy wars that are going around us. Другой важный аспект – это возможность играть, менять идентичности. И об этом произведение медиагруппы «Битник», швейцарский дуэт, который создал «Крипторейв», на который можно было попасть, доступ к нему нужно было намайнить на платформе проекта. И кроме локации и этого доступа к этому комьюнити, человек получал возможность выбрать себе идентичность из этой криптосистемы. И через эту идентичность он мог устанавливать реальные связи с другими людьми. Это очень важно, потому что медиа — это все же канал, инструмент для связи людей. И его использование в искусстве сейчас — это возможность заявить о включении, расширить круг идентичности, да, включить в них чисто цифровые субъекты, включить в них других людей. Закончить рассказ о том, как медиа, перформативные практики, практики становления, укрепления связи между людьми, я хочу закончить омажем на произведение Алана Капроу 1969 года, когда он создал закрытую видео
видео, систему, среду, в которой люди в разных точках Бостона могли, увидев себя на экранах или увидев своих знакомых, поприветствовать их. И художник, как режиссер, переключал и перемешивал эти связи. И люди, увидев себя на экране, говорили «Hello, I see you». «Здравствуйте, я вижу вас».